Что общего у кожного зуда, затруднения дыхания и боли в суставах? Что вызывает нарушения в организме как косвенно, так и напрямую, оставаясь при этом вне подозрения у большинства людей? Ответ – паразиты. Список недугов, с которыми связывают паразитов, с каждым днем все увеличивается. Головная боль, боль в суставах, проблемы с пищеварением, аллергия на животных, кожные высыпания. Паразиты используют человеческий организм как среду питания и обитания. Попадая внутрь, могут долгое время не распознаваться иммунной системой человека. Они прекрасно вооружены для закрепления в органах и тканях, могут жить без кислорода, ведут скрытый образ жизни и особо плодовиты. Для борьбы с ними можно использовать традиционные методы медикаментозной терапии, которые, несмотря на высокую эффективность, обладают массой побочных эффектов. Можно использовать народные способы. Возможно, они даже безопасны, но имеют сомнительную эффективность. Но есть другой способ. Комплексная антипаразитарная программа «Тригельм» имеет природную основу, которая бережет нас от побочных эффектов. При этом «Тригельм» оказывает мощное многостороннее воздействие, позволяющее эффективно бороться с паразитами. Очищение кишечника, подготовка желчевыводящих путей к антипаразитарному воздействию. Антипаразитарный удар парализует средних и крупных паразитов, нейтрализует мелких. Восстановление микрофлоры кишечника снижает паразитарный фон путем выведения остаточных паразитов. Только комплексное воздействие. Тригельм. Продукт корпорации «Сибирское здоровье».